Вот он, дом родной. Вот она. Вот мы и пришли. Партизанское общежитие. Он, как всегда, спит. На курсе есть, Андрей? Идет. Привет, Антон. Как дела, Антон? Заебись. Нормально. Здорово, Хромой. Здорово, Хромой. Садничок. Олег, отдыхай. Расслабься. А ты не снимался, да? Снимал. Вот мы и дома. Вот здесь мы спим. А я вот здесь мой дом. Оля спит. Я сплю. Здесь спит Андрей. А вот здесь я. Ничего не спиздили, блядь. Ну, у меня ничего не спиздили. Что? Ну что, вот это моя кровать. Я уже говорил. Андрей, сегодня будешь смотреть? Кого? Ну, ты что, ты свободен? Переходник, Аня. Смирно. Иди в жопу. Свободен. Старший и при этом. Хорошо дома? А в гостях лучше. Обратно в лекцию снимать. Простую я не могу. Что поделать? Что? Андрей, ты мой. Люха! Да? Я, короче, пошел в залог. А что? Если там хавать осталось, приди, позови меня. Здравствуй, Кирилл. Здравствуй. Так убить, ё-моё! Зачем? Зачем? А, я не горел совсем, а? Это бар. Это раньше у нас был бар. Что-то у тебя дофига всякой фигни. Пирсинг. Ну-ка, ну-ка. О-о-о. Вау. Батарея сажается. Замигал уже. Мы будем от этого от сети уже. Что, казарму снимем? Пойдем? Экскурсию. На курсе нет никого. Я пошел экскурсию делать. Это комната бытового обслуживания. Всякие интересные плакаты. Ой, сразу в зеркало. Ой. Да. Да. Ты, мама, тебя идет. Где деньги? Не, пока. Вот он. Это деньги. Кость. Дай тебе 50. Оу. Вот это урод. Кирилл. Пошли. Расположение по нём? А? Ну всё. Господа, разрешите кланяться. Разрешите быть. Разрешите. Свободен. Пошлите. Идите. Есть. Пока Василаша Скачков подойдёт. Что-то понял, работает. Кстати, кстати, покажу потом Вельчинскому. Сразу. Здорово, Паша! У нас экскурсия. Здорово, Сань! Тушься, тушься, сильней. Участник крупнейшего ООО 27 июня
Какая штанга? Пойдем еще досы, сейчас покажем. Ну давай. Это страшная комната. Кинотеатр. Кто хочет в камеру, может передать маме привет. Не отвлекайтесь. Неужели все так плохо? Андрей, пошли дальше. Прошу меня извинить, кто только не появляется на пороге. Ой, голый. Ну да, конечно. А туда не идем? В четвертую группу не идем? Сушилка? Да ну не зайди пока, пожалуйста. Здравствуй. Еще одна создала. Сушилка. Я же сказал, завтра вечером отдам. Здорово, шеф. Да. Вот тумбочка пустая, а вот не вальник. Здорово, ребят. Здорово. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.